Давайте применяйте. Ориентировку нет, ориентировку тоже сюда. Покажите ориентировку для ознакомления. 4-го года является незаконным и не согласованным. Любые попытки его дальнейшего проведения... Пойдемте, руки, пойдемте, хорошо. Все покажем. Будут пересечены в соответствии с действующим законодательством. Его участники будут привлечены к административной ответственности. Участникам могут быть применены меры физического воздействия. Требуем немедленно прекратить проведение несогласованного мероприятия и разойтись. Неисполнение законных требований сотрудников полиции, неповиновение или сопротивление им отдельным участникам влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Законы, как пирожки, будете стрелять в институцию, выполняйте наконец-то. Пусть даже это проект, все приподписываются. Но все равно выполняйте хотя бы свой проект конституционный, в котором вы завязали нас эти 20 с лишним лет вообще жить. Выполняйте конституцию. 31-я статья конституции. Или сопротивление им отдельным участникам все за собой ответственность. Законодательство Российской Федерации. В общем, прошел сегодня митинг Алексея Навального или штаба Навального, я уж не знаю, как это правильно называть. Митинг в поддержку Навального, митинг с требованиями освободить Навального, либо допустить к нему врачей. Сложно говорить вообще, в принципе, о содержании этого митинга, потому что само по себе это явление было, ну, наверное, самым странным из всех митингов, которые я только наблюдал, в принципе, за последние 10 лет. Вот за все те 10 лет, которые я посещаю все уфимские митинги, там, так или иначе, в том или ином качестве, но, тем не менее, я вот сегодня был в глубочайшем недоумении по форме, по содержанию, по наполнению, ну, в общем, не было ничего подобного ни разу еще в истории башкирского протеста. Начнем с того, что, пожалуй, сложнее всего было понять на подготовительном этапе, где и что будет происходить. Никакой информации в сети не было. Судя по всему, власти добились того, что они запугали всех тех, кто хоть полслова скажет, напишет в интернете про грядущий митинг, те сразу же будут обвинены в его организации, либо там в распространении информации об этих митингах. Найти что-то где-либо, кроме сайта самого Навального, было практически невозможно. Но в последние буквально часы перед митингом уже пошли такие шуточные намеки о том, что я иду на свидание на горсовет. Ну, в общем, вот примерно так. В конечном итоге на горсовете началось все это действо. Было очень странно в том смысле, что люди рассредоточились по всему вот этому замечательному скверу Ленина и вокруг него. Было совершенно непонятно, сколько людей
и кто из них гуляющий из числа местных жителей, а кто там пришел на этот митинг. Совершенно чудовищное количество полиции, которая, пожалуй, что вдвое вообще в принципе превышала количество людей, не военных, не полицейских, вот в этом пространстве. Рядом же стояла вся спецтехника, всякие автозаки и прочие решетчатые штуки, но когда начали задерживать за что-то молодежь, которая там тусила вокруг фонтана, почему-то их отводили вовсе не в автозаки, а в автобусы Башавтотранса. У меня, честно говоря, сразу возникла параллель с тем, что Башавтотранс рискует получить некую какую-то очень такую нехорошую репутацию организации, которая занимается перевозкой задержанных, арестованных и прочих узников совести. Но, в общем, так оно было. На всех автобусах, в которые сажали задержанных детей, было написано там «Башавтотранс», «Башкирский транспорт», там вот эта вся веселенькая символика, синенькая-голубенькая. По моим подсчетам, на горсовете, пока народ собирался и тусил вокруг памятника Ленину, задержали примерно около 30 человек, и в подавляющем большинстве это была молодежь 16-20 лет. Вот где-то в этом промежутке, хотя, наверное, все-таки несовершеннолетних массово не задерживали, но в основном это были очень молодые люди. Причем разнообразие здесь было достаточно в том смысле, что не отделяли там девочек и мальчиков, брали примерно одинаково всех. Жестких задержаний таких кровавых особенно не было, но было парочку там моментов, где человека там несли или тащили. Идущие в ночи появились, да? Его участники будут привлечены к административной ответственности. Участников могут Дальше и вовсе началось непонятное. Толпа, так или иначе организовавшись, отправилась в совершенно непонятном направлении. Мы даже, сопровождая эту колонну с моим оператором, потеряли один раз эту колонну, в том смысле, что мы не поняли, куда она движется, и первоначально думали, что на дворец спорта. Даже когда задавали вопросы идущим в колоннах, вы куда идете, никто не мог понять, куда. Это четко характеризовало то, что, в принципе, у этого события не было головы, в том смысле, что Руслан Нурдинов, который
там то ли самопровозглашенный, то ли вот-вот будет назначен там руководителем этого штаба Навального, он был задержан и сейчас, видимо, сидит на сутках. Ольга Комлева, которая тоже яркая представительница этого движения, тоже была задержана и где-то там сидит в застенках кровавого режима. А мадам Чанышева, она отбыла на отдых за границу в связи с бракосочетанием, вышла замуж, у нее случилось свадебное путешествие. Очень многие ее упрекали в том, что она вот там, как она могла, бросила людей и так далее, и так далее. Но тут надо отметить, что основной ее ошибкой был сам факт того, как она с совершенно необъяснимым задором опубликовала фотографии о том, как она отправляется в свадебное путешествие. Ну, свадьба – дело житейское, может быть, она была запланирована раньше, чем запланировал Навальный вот этот митинг, вот это шествие, но не обязательно было об этом так глумливо, значит, рассказывать в Инстаграме, что вот у многих, наверное, сторонников Навального, которые были задержаны, которые пострадают в итоге всей этой акции, наверное, это не у многих из них вызвало восторг и сочувствие. Ну и теперь самое интересное. Так и не поняв маршрута, а вычисляя его интуитивно, мы сопровождали эту колонну. О численности мнения разделились. Кто-то насчитал там аж 4000 человек, кто-то говорил, что это 1000. Ну, на мой взгляд, опять же, технически необоснованную оценку я могу дать. Это, ну, где-то, наверное, от 2000 до 3000 человек. Вначале казалось, что это меньше, но потом, когда колонна пошла, это стало много. Но потом случилось самое интересное. Колонна практически рассыпалась, подойдя ну, примерно в район центрального рынка. Дело в том, что в этот раз полиция предпринимала новые усилия по предотвращению этих всех действий, и была применена какая-то новая абсолютно технология, я имею в виду рассеивание вот этих вот колонн, идущих к определенной или неопределенной цели. Периодически полиция выставляла кордоны поперек пешеходной части улиц. Это случалось и в районе центрального рынка, и ранее, видимо, рассредотачивая идущих по там, дворам и так далее. Вообще, по ходу действия происходили и задержания тоже. Не могу сказать, насколько они были массовыми. Вначале на площади Ленина, на горсовете, я насчитал примерно 30 человек задержанных. Возможно, их было меньше. Ну, почти полный автобус. Мы его также снимали там по ходу движения этой ужасной, устрашающей военизированной колонны. Но в итоге где-то в районе центрального рынка колонна демонстрантов, в принципе, вообще рассеялась. И мы, ожидая ее около Белого дома, вот, ну, обозрели всю вот эту подготовку к осаде. Там, конечно, все выглядело четко вообще, как в лучших голливудских фильмах. Там, ну, вот эти все заборы выставлены. ОМОН был поставлен не просто через метр, а просто плечом к плечу. Презрев всю санитарную, значит, эпидемиологическую обстановку и санитарную дистанцию, несчастные ОМОНовцы стояли там до глубокой ночи, и к ним никто не пришел. Это, ну, на самом деле, наверное, не смешно, но вот так получилось. Никто не дошел до Белого дома, то есть ни одной организованной группы туда попало. А подготовка была такая, как будто там, ну, инопланетное вторжение, сейчас, значит, начнут потрошить кассу Белого дома и выведут всех на белую и чистую воду. Ну, в общем, конечно, не случилось. Очень странное событие, я, конечно, повторюсь, ввиду, видимо, отсутствия координации, ввиду, ну, слабенькой организации вообще. Здесь у нас в башкирском штабе Навального, в общем, конечно, вот закономерный итог. Продолжится ли протест, будут ли еще акции, мы не знаем. Будем ожидать, будем наблюдать, будем освещать.